На основании приказа Министерства спорта Российской Федерации «Золотой знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 6-й степени среди высших учебных заведений вручен Аэлите Романовой. Золотым знаком отличия 5-й степени отмечен Максим Подольский. Медаль за особый вклад в развитие города Ленинско-Кузнецкого 3-й степени глава города вручил начальнику отделения по раскрытию преступлений против собственности отдела уголовного розыска Евгению Шишкареву и преподавателю детской художественной школы номер 4 Ирине Денисовой. За достигнутые успехи в спорте свидетельство о занесении на городскую доску почета вручено Ирине Полетаевой. За добросовестный труд и высокий профессионализм отмечен целый ряд сотрудников межмуниципального отдела МВД. Почетные грамоты Ленинско-Кузнецкого городского округа вручены заместителю начальника отдела уголовного розыска, майору полиции Денису Кожедубу, Алексею Игнатову, Ивану Чубарову, Владимиру Захарову, Юлии Кузнецовой, Алексею Никифорову. За многолетний добросовестный труд и в связи с 15-летием со дня образования Муниципального фонда поддержки малого предпринимательства почетные грамоты Вячеслав Телегин вручил сотрудникам фонда Марине Гвоздевой, Наталье Ереминой, Анастасии Коско, Марине Шестаковой. Кроме того, за высокий профессионализм, многолетний плодотворный труд и большой вклад в развитие футбола и в связи с юбилеем глава города вручил благодарность Сергею Васютину.